돈이 벌어지는 거야. Сегодня 14.06.2014 ехали по мосту, ехала колонна с военными. Там автобус был и машины, четыре машины. Вот. И здесь ждала засада. Вот теперь они лежат все там. Скорая увезла уже, видать, раненых. Да, я тут. А, так это пограничная шхуня, да? Да, вроде. С черными номерами. Это пограничная. Отсюда. Ну, они, видишь, где? Будем пацанам войнушка в натуре, бай. И скорая. Козель, да, что? Мост закрыт. Да. Что, дед, не видишь? Мост, говорит, закрыт. Ремонт делает. Двадцать один. У меня 26, а 810. Хорошо увеличил. Фанат бетонный, пойди. Гражданские лежали, их забрали. Ветер сразу. Иди отсюда, показывай, блядь.
Наоборот, блядь, многие говорят, что, блядь, они разбирались, а мы не когда вызвали. Да кто там из них подъезжал? Они вот смотрели, не прибыли. Сами съёбывались. Они бегут, блядь, еще быстрее нас. У него есть что терять, у него жирное место. Тут он на мосту, да, блядь. Ага, вылазит, цыгане, наверное. Поздоровался. Ну этого, походу, тоже замерли. Да. Да. Они смотрят. Пошак. Главное не прячься. А там уже никого не было. Да и уже их внимание, блядь. Там пограничники сами сидят. Дверь бьет, что ли? Ля-ля, слышишь? Ну, дверь открыта, что надо, давай вылазим. Видишь, выстрелы у него на бочине, который боком стоит. Не, не вижу. Который поправляет на шее. Ага. У него на этой стороне выстрелы РПГшные. Видишь, он висят. Вот смотри. Да, да, есть. Видишь, выстрелы? Угу. Вот это огранцы подъехали. А как они сказали, что мы не можем там сидеть? Пули, пули! Я пули, как мы сидим. Они начали подавать стрелы. А вот мой.
Это все равно, что это нехорошо, что не сходят на улицу. Это он заборит, что он делает. Это уже 62. Ну, я думаю, что два знания, про любой нас убирать, это не сложно. А я тут смотрю. Мы сюда телевизор смотрим. Тут все лучше видно. Сегодня прямая трансляция с постмоста. Там гранатометы есть. Там все видно. Пулемет. Вон и чисто. Машину решил спрятать одновременно. Он лоб чешет. Я уже понял.